Привет, друзья! Вы на канале Crypto Baby. Я вас уже знакомила совсем недавно с очень достойным, я бы сказала, вашего внимания проектом. Это Zombie Farm. У данного проекта появились очень интересные обновления, с которыми вы сможете заработать. Достаточно интересный проект. У них скоро появится очень всего много нового. Я уверена, вам понравится. Значит, у нас был токен Zombie. Теперь у нас появился токен Mumi. Значит, как вы помните, рыночная капитализация. Все как бы, в принципе, достаточно достойный проект. Я прикреплю в описании ссылку на свое предыдущее видео. Вот такой вот замечательный у нас теперь появился Mumi. Непосредственно, что нас интересует, вы сможете фармить в парах зомби, как вы помните. И в парах теперь у нас еще будет доступен с Mumi. Вот непосредственно с токеном Mumi. Посмотрите, какие мега крутые проценты. Мне кажется, ну, очень круто. Смотрите, вы будете получать 100 тысяч процентов в паре с BUSD. И 0% будет у вас депозит. Везде 0% с токеном Mumi. Значит, BNB, как вы видите, 84 тысячи с токенами Mumi и зомби. Вы вообще сможете фармить 153 тысячи процентов годовых и 0% депозит. Но это мега круто. Значит, смотрите, везде приятные проценты. Зомби Юни тут вообще почти 300, сколько это, 300 миллионов получается процентов. Ух, ничего себе. Я даже, наверное, тоже задумаюсь насчет того, чтобы заработать с помощью этого проекта. Нереально крутой. Очень много всего интересного вас ждет. Также, конечно, непосредственно стейкинг с токеном зомби, как вы помните. Тоже с очень крутыми приятными процентами. 0% депозит. И с токеном Mumi. Как видите, здесь Mumi, зомби, у Mumi даже почти 60 тысяч процентов годовых. Депозит уже здесь будет у нас 2%. Но это, по-моему, немного, когда у вас на кону стоят такие огромные проценты. Что у нас еще будет? Много всего интересного. Очень скоро будет лотерея, NFT. Я так думаю, что это будут NFT зомби и Mumi непосредственно. Также данный проект прошел аудит и еще будет... Скоро прошел аудит от TechRate и будет аудит от Hacken и Kertik. Так что очень скоро готовьтесь, друзья. Очень солидный и достойный проект. Значит, приобрести можно на PancakeSwap. За 1 BNB вы получите вот такое количество токенов Mumi. То есть 145 токенов. Достаточно неплохо для достойного проекта. Как вы видите, токен сейчас немного упал в цене, там чуть больше 6 долларов, но поднимался он, как вы видите, выше 30 долларов, почти до 31 доллара. И я думаю, после аудитов многочисленных и после NFT он явно вырастет в цене. Так что поспешите. Значит, что нас еще интересует, это непосредственно аудит от TechRate. Сможете ознакомиться с ним. Ссылки все нужные я закреплю под видео. Все подробно, все понятно, много информации. Как вы видите, проект достойный, доступный. И с ним вы сможете нехило так заработать. Я так думаю, на отдых много кто полетит в этом году. Не поедет, а полетит. Так что обязательно следите за проектом. Вас ждет мега-мега крутые, много мега крутых новостей. Я думаю, вы останетесь довольны. Значит, непосредственно график токена зомби, он немного упал. Сейчас он по 6 долларов. Там 6 с копейками. До 7 даже скоро дойдет. Но кто приобрел токены по моему совету, вы не расстраивайтесь. Как вы видите, он снова, данный токен, набирает обороты. Он обязательно стартанет еще в цене. Так что вы не отчаивайтесь. У вас тоже будет возможность заработать. И не только отбить свое, но и подняться еще больше.
также у данного проекта, конечно же, есть свой Twitter, как вы уже знаете. И не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Последние все и самые интересные новости публикуются именно здесь. Ну что, друзья, в завершение скажу мнение свое об этом проекте. Это очень крутой проект, с которым вы сможете взлететь, подняться, и много чего интересного вас ждет вообще. Так что обязательно подписывайтесь на Twitter, следите за новостями. А мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии. Что вы думаете по поводу проекта Zombie Farm? Будете ли вы приобретать новые токены Муми? И, конечно, не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!